После презентации представители нефтяных компаний органов власти Ненецкого округа улетели на месторождение Трепса и Титова. С ними отправилась и наша съемочная группа. Подробный сюжет об этом смотрите в наших завтрашних выпусках новостей. Теперь к другим темам. В округе отмечается низкий уровень освоения бюджетных средств. По результатам проведенного анализа, за 6 месяцев текущего года установлено, что 765 миллионов рублей бюджетных ассигнований не были освоены своевременно. Уровень освоения бюджета в целом на 1 июля 2014 года составил чуть более 68%. Самое низкое исполнение у муниципальных образований Заполярный район и город Нарьян-Мар. Администрация Ненецкого округа поручила всем муниципальным образованиям, а также централизованному стройзаказчику представить ожидаемое исполнение бюджета на 2014 год в срок до 1 августа.